Беларусь достигла рекордного уровня по самообеспеченности сельхозпродукции в 185%. В 2022 произведено более 1 миллиона 700 тонн мяса скота и птицы. Во многом благодаря тому, что на фабриках внедрены современные технологии и улучшены условия содержания животных. В этом году планируют построить несколько новых комплексов. В крупных организациях ожидают получить более 700 тонн курятины. В республике планируют ввести систему маркировки лекарственных препаратов и мониторинга их движения. Будет отслеживаться их путь от момента ввоза или производства до отпуска из аптек и применения в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту. Для отработки технологий и поиска проблемных вопросов проведут пилотный проект с участием Минздрава. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Подать заявление можно в электронном виде на сайте РИКС или лично посетить учреждение образования, где работает соответствующий пункт. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. СТ начнется 14 июня с белорусского языка и завершится 4 июля всемирной истории. Резервные дни 11, 13 и 15 числа. В стране в 10-й раз за год снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2 рубля 26 копеек, 95-й и дизель в 2,36, 98-й в 2,58. Предыдущее уменьшение стоимости, напомним, произошло неделю назад. Последнее подорожание было 28 июля 2022. Разница на начало года 32 копейки. Бобруйчанин стал обладателем золотой медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Глеб Боровой учится во второй гимназии в 11 классе и не раз становился победителем различных престижных конкурсов. В этот раз он соперничал со 112 школьниками из 21 страны. В Астане разыграли 34 бронзовых, 23 серебряных и 11 наград высшей пробы.